Ну что, бодрого утра. Скажите, как ваше самочувствие? Успели вы уже проснуться? На самом деле, я тоже это утро встречала с нашим коктейлем. Единственное, что не выдержала и уже допила его. Настроение отличное, плодотворное, настроены на работу. Ну что, у меня тема мотивация. Вчера готовилась и, честно говоря, думала, ну вот как преподнести, что сказать такого? Вот, ведь у каждого мотивация абсолютно своя. Я смотрю, у нас здесь 30 человек, да, и если вы здесь находитесь, значит, у вас есть какая-то мотивация для этого, да. У меня свое, а у вас, конечно же, свое. Единственное, что у нас, да, я думаю, общее, это то, что мы все понимаем, что время идет и несет с собой перемены. Вот именно вы хотите быть частью этих перемен? Хотите ли, чтобы ваша жизнь менялась к лучшему? Или пусть остается все, как и было? Если, конечно, вас все устраивает, если у вас просто колесо ваше жизненное круглое, ну, я вас поздравляю, это отлично. Вот, что хочется сказать, да? Вот вообще есть какие-то планы, да, у нас по жизни. Ну, планы там, допустим, касающиеся там наших деток там, или там образования, или еще чего-нибудь, да? А если у вас планы вообще, в принципе, изменить свою жизнь? У вас было ли такое, вот скажите, допустим, какое-то время назад, ну, пусть это будет год назад, да? Не было ли у вас мыслей таких, вот, например, наступит следующий год, и вот, к примеру, Новый год я проведу совсем по-другому, нежели этот. Или там день рождения ребенка я совсем по-другому устрою. Или, к примеру, на следующий год мы обязательно поедем на море, а потом наступает следующий год, а остается все на прежнем уровне. Или еще, не дай бог, хуже, да? Так вот, проанализируйте это. Хотите ли вы в следующем году, чтобы все было прежнее? Или вы хотите, чтобы были хорошие изменения? Ведь через какое-то время, а время летит очень быстро, ваше завтра станет сегодня. И вот каким сегодня будет, зависит только от вас. Потому что никому не дано изменить свое вчера, да, это наше прошлое, что есть, то есть. Но мы можем изменить всегда свое завтра. Мотивация, конечно, здесь может быть разная. Почему мы здесь в компании, кто-то у нас, я не знаю, новички есть или нет, у всех разная, да. Может быть, вы мечтаете быть здоровым и красивым. Вуаля, у вас есть эти возможности. У нас компания нам предлагает отличную линейку, Кристина сейчас рассказывала, да, это линейка Wellness, благодаря которой вы будете красивы изнутри, да, либо это уход за кожей, за нашим телом, что сделает вас красивым снаружи. То есть этого у нас полно. Если вам этого мало и хочется большего, отлично. Может быть, вы любите путешествовать? Пожалуйста, у вас есть прекрасная возможность. Совсем вот недавно нам объявили, да, о поездке в Болгарию. Я думаю, что каждый здесь присутствующий хотел бы там побывать. И вот будем ли мы там или нет, зависит только от наших действий, от нас самих. Дальше это лайнер, а там будет Токио. Знаете, так здорово. Вот я сейчас наблюдаю за лидерами нашими, да, которые уже знают, что через какое-то время они посетят вот эту страну, да, а в 2018 они поедут в Японию. Ну, это же вот круто, понимаете, знать, что у тебя через несколько лет наперед ты знаешь свои поездки, планируешь их, как-то вдохновляешься ими, это очень здорово. Если вам хочется новую машину, пожалуйста, компания предлагает вам не просто какую-то одну, да, а целый выбор, начиная там от Шкоды, заканчивая Мерседесами. То есть выбирай «не хочу», мотивируйся, действуй, иди вперед, достигай этого, получай. Если же вам и этого мало, вы хотите признания, может быть, да, то компания устраивает грандиозные, просто грандиозные банкеты с вручениями, с чеками, с красными дорожками, с выступлениями артистов, звезд, да, где вам будут аплодировать просто тысячи людей, где вас будут поздравлять, там, обнимать, целовать, фотографировать, брать интервью. Ну, это на самом деле вы можете найти здесь. Это же так здорово. Подойди, папа. Дочь рядом тут. Дальше, да? Идя и добиваясь вот этого всего, конечно, одно из самых главных, да, почему мы сюда пришли, это, конечно же, доход. И он просто растущий постоянно.
не знаю, кто-то все видели или нет, но у нас есть отличный план успеха, где расписаны все премии, весь доход, и вы можете со своими, да, амбициями какими-то и планами выстроить целый план, как достигнуть этого. То есть это все возможно. Что является для меня именно, да, мотивацией и вот каким-то таким, ну, я не знаю, целями, вдохновляющим моментом каким-то? Это, конечно же, моя семья, это мои дети. Я хочу быть со своей семьей как можно больше времени, потому что время бесценно проведенное. Знаете, ребят, к сожалению, те, кто работают, да, по каким-то причинам, вынужденным или, ну, я не знаю, по своим каким-то личным, ведь можно просто посчитать по часам, сколько мы находимся рядом со своими детьми, с, ну, с мужем, да, с семьей со своей. А мне, например, хочется и хотелось видеть, как мой ребенок скажет первое слово, увидит первую улыбку, увидит первый шаг. А, к сожалению, я знаю таких людей, которые, мамочки, которым пришлось выйти на работу, будучи, там, 4 месяца ребеночку было. То есть все самое интересное пропущено, а этого не вернут. Я это видела все, слава Богу. А еще хочется, вот на данный момент, да, старший сын у меня пошел на тренировку, на секцию плавания. Так вот, я хочу, когда он будет участвовать в соревнованиях и плыть, да, по дорожке, я хочу, чтобы он знал, что его родители находятся в зале, да, что они волнуются, гордятся за него. Я очень хочу, чтобы моя дочка, когда будет танцевать первый танец на утреннике в садике, она видела своих родителей, которые смотрят на нее и восхищаются ею. Я хочу вместе со своей семьей путешествовать. Я хочу посещать интересные места, там, дорогие рестораны, ездить на хорошей машине. Я всего этого очень хочу. И, конечно, буду действовать и буду делать все для этого. И проанализировав, когда я только пришла в компанию, проанализировала, да, что будет, если я пойду на работу, что будет, если я не пойду на работу, что будет, если я приду в компанию и буду здесь действовать, и что будет, если я не приду. Вот все, когда я это проанализировала, я поняла, вот честно, что для меня это единственный шанс, единственная возможность поменять свою жизнь. Потому что открыть свое дело, свой бизнес какой-то, просто не предоставляется возможности. Во-первых, это деньги, во-вторых, реально я не знаю, что тут открывать. И еще и страх, что можно, да, как-то там попасть, разориться. Вот это тот шанс, когда ты можешь, не рискуя ничем абсолютно, достигать каких-то высот, осуществлять свои цели, свои мечты. Вот я очень вам хочу пожелать, если вы здесь находитесь, я верю, что каждый из вас пришел не просто так, а за какой-то своей целью и осуществить какую-то свою здесь мечту. Я очень вам хочу пожелать, что если у вас сейчас есть какие-то трудности, да, может быть, это какой-то спад, может быть, не нашлось еще ключевого партнера, может быть, вы не научились еще делать 150 баллов. Ребят, не останавливайтесь. Действуйте, действуйте до тех пор, пока у вас обязательно получится. И тогда вы будете вспоминать то время, когда ну, что-то опускались руки, да, и думать, что все было не зря, что я молодец, что теперь вот наступило, ну, то время, да, когда я всем доволен. И это обязательно наступит. Напоследок хочется вам пожелать и сказать, да, если вы сейчас еще в чем-то сомневаетесь, то проанализируйте свой будущий год. И поймите, что через год, ну, к сожалению, да, вы можете пожалеть, что не начали именно сегодня. Потому что с сегодняшнего дня, да, с сегодняшних ваших действий вы закладываете то, что будет у вас завтра. Вам всем успехов, всем хорошего, отличного дня, продуктивного. Начинайте действовать, и обязательно все получится. Все, всем пока-пока, хорошего дня.